Сегодня состоится церемония открытия детского Евровидения 2019. 19 стран-участниц пройдут по красной ковровой дорожке, которая раскинется в холле театра в городе Катовице. Наша представительница на конкурсе Лиза Мисникова прибыла в Польшу накануне. Рейс до Кракова с пересадкой в Варшаве встречали волонтеры и пресса. Лиза успела пообщаться с польскими журналистами. Все члены команды получили аккредитационные бейджи и после отправились в Евродом. Он базируется в Катовице, хотя сам конкурс пройдет в соседнем польском городе в Гливице 24 ноября. Я познакомилась с представительницей из Италии и также получила вот такой крутой именной бейджик, с которым я буду ходить всю неделю. Я уже пообщалась с польским телевидением, очень интересно, потому что на английском мы общаемся, поэтому я так буду так практиковать свой английский, что очень круто. Сегодня утром Лиза примет участие в съемках визиток. Это короткий ролик, который будет предвосхищать ее выступление во время трансляции шоу. Подробности съемочного процесса смотрите сегодня вечером в «Панораме».